люди. А что будет, если взять маленький камушек и кинуть прям в лужу на скорости света? Давай проверим. Вот маленький камушек. Смотрите, я сейчас волна поднимется. Смотрите. Что-то не очень мощно, да? А если выкинем сейчас, подождите. О, кусочек льда. Не знаю, что лед будет, но это будет очень. Посмотрите. Ух ты! Вот это уже посерьезней. Хорошо, что я рядом не стоял. У меня один интересный вопрос. А что будет, если метеорит вот такого трехметрового размера упадет в эту лужу на скорости 100 миллиардов километров в час? Неужели тут такая волна поднимется, что всю хату и утонем? Не знаю. Вот не знаю, что это будет. Ну давай сейчас еще кое-что скинем. Например, самый мощный кирпич. Готовы? О, блин, что-то не очень мощно. Простите.